Доброго времени суток, дорогие друзья, на связи. Вот, а сегодня у нас вновь зарисовочка по редактору игры в Тулварг 2 Штурм с модом на Звездные войны, ребята, война клонов. Давайте же я вам расскажу предысторию этой зарисовочки. Быстренько, ребята, пробежимся. Как вы можете видеть, здесь Оби-Ван, ребята, и Плакун. Да, к сожалению, всегда, ребята, в паре был Оби-Ван и Энакин, но, ребята, к сожалению, еще раз повторяюсь, Энакин в этом моде почему-то не функционирует, его модельки, ребят, просто нету. То есть, сам он в игре есть, но его модельки, ребята, нету. То есть, когда я его выставляю, он почему-то невидимый. Ладно, давайте возвратимся к самой зарисовочке, ребят. Вы видите здесь Пло Куна с Оби-Ваном и, соответственно, 212-й легион Оби-Вана и 104-й батальон волчьей стаи Пло Куна, ребят. В общем-то, вот эти вот два джедая, магистра, решили проштурмовать провидение. И, ребята, они не просто решили его проштурмовать. Как вы поняли, здесь сидит кто-то такой высокой должности, ребята. И вы не ошибетесь, потому что здесь Неймодианис, ребят. Я, к сожалению, не знаю, как его точно называть, но он вроде называется, раз его Неймодианис, ребят, засел. То есть у него здесь жесткая охрана. Это, ребята, очень-очень важный член данной организации, торговой федерации, ребят, если с ним что-то случится, это, ребята, будет очень-очень печально. Поэтому, ребят, на эту операцию отправились самые, скажем так, дипломатичные джедаи, а именно Пло Кун и Оби-Ван. Ребят, ну что ж, попрошу вас набрать на этом ролике всего лишь 120 лайков, ребят, я знаю, вам не сложно, потому что на прошлой зарисовочке по приказу 66, сейчас у вас подсказочка появится в правом верхнем углу, нажмите, можете посмотреть, кто не видел, ребят, вы набрали 35 лайков, ребят, это очень-очень много для моего канала, но на этой зарисовке я не думаю, что вам составит такого большого труда набрать всего лишь 125 лайков, ребят. Что ж, не будем тянуть кота за одно место, ставим на 0.5 скорость, ребята. Нажимаем старт. Ну, ребята, кто кушает, желаю приятного аппетита. И, ребята, всем приятного просмотра. Сейчас, ребята, у нас появятся наши бойцы. Сразу хочу сказать, что будет несколько волн, потому что, как вы можете видеть, у дроидов оборона достаточно неплохая, ребят. Поэтому такая маленькая наступающая группа будет слишком-слишком, ребят, мала. Так, открылся огонь. Смотрите, ребята, бегут у нас джедаи, бегут у нас клоны. Блин, ребята, такая офигенная, я скажу вам, перестрелочка. Очень жесткая. Ребята, клоны просто накрыли, прижали огнем дроидов. И это, ребята, очень-очень таки жестко. Опа, ребят, смотрите, как у нас они прямо, смотрите, ребят, прижали их, но дроиды тоже не глупцы. И, ребята, смотрите, сейчас убьют Пло Куна, блин. А нет, ребята, похоже, убьют, да, Оби-Вана убили, ребят, просто расстреляли, очень жаль. Клоны у нас здесь тоже понесли, ребята, потери, но небольшие, я вам скажу. Так, дроиды ведут такой очень офигенный огонь. Рванула граната, ребята. Так, клон, смотрите-ка, закинул гранатку в ответ дроидам, но, ребята, здесь уже никого нету. В общем-то, здесь почти все дроиды уже полегли, но, ребята, не погодите расстраиваться, потому что впереди у нас здесь две дроидики. Дроиды командос и здесь небольшая кучка простых дроидов, ребята. И кто-то у нас подорвался здесь. Похоже, ребят, подорвались клоны, потому что я слышал какие-то возгласы именно клонов. Но, ребята, клончикам уже подоспело подкрепление. И думаю, ребята, что сейчас клоны в лучшем положении. Но, ребята, немножечко клоны наступят, и, ребят, застряли они вот в этом месте. И их просто-напросто расстреливают. Очень, ребята, как-то глупо у нас получается. Давайте немножечко вмешаемся и удалим вот эти вот чертовы летательные аппараты. Все, ребята, мы их удалили, и все, ребята, у нас отлично. Продвижение есть, перестрелочка тоже. Так, ребята, здесь у нас осталось дроиды командос. И, ребята, сейчас я буду вынужден помочь клонам, не потому что мне хочется, а потому что здесь закрыта дверька. Сейчас у нас один клончик ее откроет, и у нас продолжится, ребят, движение. Кстати, командир Коди выжил. Все, ребята. И здесь просто встречают жестким огнем наших клонов. Ребята, командир Коуди тоже не глупость, решил спрятаться. Но это, ребята, тоже правильно, потому что он как бы, как-никак, сердце всей операции. Так, давайте снова откроем дверь. Почему-то... О, ребята, смотрите, у нас дверь сломалась, кажется. А вот это, ребята, непредвиденная ситуация. Буду я вынужден, ребята, ее удалить, потому что, блин, клон бы просто застрял. Я, ребята, если честно, ребят, извиняйте, я даже не знал, что такое может быть, что дверь просто может сломаться, ребят. Я вам правду сейчас говорю, я об этом даже вообще не подозревал.
То есть не то, чтобы даже не знал, а даже об этом не подозревал, ребят. Но, ребята, Немедианис уже слышит что-то. Так, подождите, где он? Подождите, а где Немедианис? Ребята? Ребята? Нут Ганрей куда-то ушел, ребят. Нут Ганрей скрылся, блин. Ребят, у меня плохие новости. Для тех, кто болеет за республику. Нут Ганрей куда-то исчез, ребят. Вы сами, ребят, видели, он был тут, но, похоже, он эвакуировался, ребят. Этот чертов трус просто взял и эвакуировался через спасательную капсулу, ребят. Если хотите продолжение этой зарисовки, ребят, точно набираем 20 лайков, потому что надо, ребята, схватить Нут Ганрея. Это серьезно. Блин, командир Коуди, нет! Блин, командир Коуди у нас погиб. Жалко, ребят. Дорогие зрители, дорогие друзья, друг, если ты хочешь в продолжении зарисовки увидеть, как наконец-то чертова Нут Ганрея уже возьмут с поличным, пожалуйста. А нет, ребята, вот он, Нут Ганрей. Ребят, ну я не знаю, его возьмут, нет, похоже, все накрылось, ребят, спрятался он. Блин, ребята, он прямо, знаете, заводит всех врасплох. Ребят, смотрите, все, всех уничтожили. И сейчас уже прямо последние, скажем так, этапы, ребята, они уже идут к самой двери. Так, ребята, я не знаю, если честно, эта дверь открывается или нет, но пошлем. Командор Вульфи! Нет, Вульфи, назад! А, они, ребят, даже не стреляют, не ведут огонь. Ну ладно, похоже, какой-то здесь баг. В двери, но, ребята, все. Открыли огонь дроиды. Дроида Б2 тоже. Начали вести огонь такой неплохой, ребят. Давайте немножко вот так красиво прилетим. О, ребята, просто сколько клонов здесь полегло. Если, ребята, они не захватят Нут Ганрея или не убьют его. Но, ребята, лучше, конечно, по заданию у нас его схватить, а не убить. Потому что он имеет очень-очень много ценной информации. И, ребята, если мы его схватим, это будет классно. Тем более, ребята, погиб командор Вульфи. Погиб Оби-Ван Кеноби, погиб Пло Кун. Ребята, это очень-очень плохо, ребят. Но Нут Ганрей еще сидит, ребята, в своей норе. И, кстати говоря, силы клонов вот восполняются, ребята. Это вроде как последняя, пятая волна, надеюсь. Опа, ребята. Смотрите-ка. Все, началась перестрелочка, и, ребята, взрыв. Сколько клонов здесь сейчас полегло. Это, ребята, просто что-то с чем-то. И кажется, ребята... Да, ребята, просто уже всех дроидов Б1... перебили, остались только дроиды Командос, уже половина их тоже перебиты, и, ребята, дроиды Б2. Все, один уже, ребята, из них мертв. Смотрите-ка, кто-то из клонов здесь уже даже проник. Но, ребята, его уже убили. Так, здесь у нас клоны просто разошлись по сторонам, потому что, ребята, если тут они сейчас просто посередине встанут, в них быстренько пустят заряд. Все, давайте мы, пожалуй, проштурмуем это все. Все, за республику! И нас, ребята, быстренько убили. Так, все, ребята, на штурм. Все, ребята, если что, я не помогаю клонам. Это, ребята, просто, знаете, такие наставления, а не помощь. Все, ребята, Нут Ганрей. Нут Ганрей схвачен. Но я не знаю, он собирается вообще сдаваться или нет. Все, ребята, Нут Ганрей схвачен. У меня для вас отличные новости. Блин! Вот. Блин, ребята, у нас была задача не убить его, а схватить. Ну ладно, ребят, похоже, клоны просто обиделись на то, что у них что-то с чипами-ингибиторами, потому что видно, что они как бы были оскорблены тем, что столько клонов погибло. Ихние генералы, ребят, даже погибли. Вот, кстати, вы можете видеть, тоже дверь сломана, ребят. Так что, ребята, такое тоже бывает в этой игре. Ну что ж, дорогие друзья, если вам понравилась данная зарисовка, ставьте ваши лайки. Повторяюсь, 20 лайков, ребят, набираем. Выйдет уже следующая зарисовка. Ну что ж, друзья, на связи был Отто. Всех, ребята, люблю. Все комментарии, кстати, читаю. Так что, ребят, пишите, не стесняйтесь. Пишите мне ваши идеи о ВКонтакте, ребята. Отвечу. Может, даже сделаю ролик именно по твоей, друг, идее. Всем, ребята, до связи. Всем пока.